Смотрите передачу «До 17 и старше», будет интересно. Всем привет! Передача «До 17 и старше». Репортаж с ГУМ-катка на Красной площади. А с вами я, Анастасия Соколова. Сегодня мы будем общаться с артистами и спортсменами, а также с детьми, которые первый раз в своей жизни выйдут на каток. Узнают о них, звездных мечтах и впечатлениях. Я достаточно часто катаюсь на коньках. Я это дело очень люблю. Но для меня сегодня особое удовольствие смотреть, как дети, наши подопечные фонда, катаются на коньках. Это на самом деле большое чудо. И вы знаете, я за этими детьми наблюдаю давно. У нас не раз проходили разные вечера и акции в помощь детям. В том числе в Изумрудном лесу. Я вот смотрю из раза в раз, как дети меняются. У многих появляется счастливая улыбка на лице. У многих какая-то глубина в глазах появляется. Не та глубина, полное отчаяние, когда ничего не получится и все безнадежно, а глубина жизни. У человека все больше желания жить и идти вперед. Он чем-то наполняется, и он начинает верить в то, что у него все еще впереди. И на самом деле так и будет. Все идет изнутри. Поэтому для меня, как для посла фонда, особенно важно наблюдать этот прогресс. От раза к разу, как дети становятся счастливее, и я очень рад. Это очень благое дело. Ваше пожелание фонду? Я желаю фонду «Жизнь в движении», чтобы было больше людей, которые готовы помочь, оказать помощь деткам с особенностью и их семьям. Никогда не забывать, что мы люди, и мы созданы творить добро, помогать. Это наша основная миссия. И поэтому я желаю фонду, чтобы их дело процветало, и было больше людей, которые готовы помочь и подарить людям новую жизнь, новые возможности. Надо смотреть вперед, в будущее, несмотря ни на что. И я здесь для того, чтобы поддержать тех ребят, которые ограничены в движении. Вот. И я это буду делать до тех пор, пока у меня есть здоровье. От чистого сердца те люди, которые этим занимаются, это самое важное, потому что хочется пожелать именно фонду, чтобы он процветал, он творил добро и в целом нес самую важную эту функцию, которую на себя возложил. Самое главное, чтобы все поставленные ими цели обязательно сбывались и осуществлялись. Но главное, чтобы мы на этой планете друг для друга, то есть делать что-то не только для себя, но с уважением и с любовью для других. Но мне очень приятно, что я вхожу в попечительский совет фонда и слежу за подопечными фонда. Переживаю, когда они поднимаются на Эльбрус или на Арарат, вот, совершают экспедиции сложные. Вот, молодцы ребята. Мы, конечно, экспедиционный штаб Федора Конюхова, готовы взять в экспедицию этих ребят замечательных. Вот, надеюсь, они составят нам компанию. На коньки, где это было и сколько вам было лет? Я первый раз стою на коньках. Меня первый раз пригласили на такое мероприятие. Я хожу на протезе, и мне кажется, это очень тяжело для меня. Вот я катаюсь с пингвином, мне помогают помощники фонда. Это очень круто. Здесь такая теплая атмосфера, все готовы помочь. Мне помогали надеть коньки. Это очень круто. Вы любите кататься на коньках? Да, но я мастер спорта по горным лыжам, мне больше привычно лыжи, но на коньках мы практикуем периодически, но непривычно. Где-то мне было там первый-второй класс, но только мы сами заливали каток в детстве. Брали воду, готовили площадку, заливали каток, следили за ней. Так что, конечно, такой красоты у нас не было. У меня, в общем-то, опыта практически не было. Какие-то точно. Ну, за долгое-долгое время первый раз, да. Какие ваши эмоции? Ну, во-первых, мне помогли и подсказали, со мной был профессионал. Ну, это очень здорово, адреналина много, радости много. Такое сразу впадаешь в детство, а им их впадать не надо, они уже там находятся. Я думаю, что, ребят, все у вас получится, все будет классно. Любите вы кататься на коньках? Люблю, но пока учусь. Для меня пока тяжело.
но по прямой могу ездить. Насколько важно проводить такие мероприятия? Ну, я очень рад, что ребята приобщились к катку, к этому льду замечательному. Вот. Важно, чтобы вся жизнь была в движении. Этому учил меня мой отец, Федор Конюхов, и я это передаю своим детям. Надо двигаться. Вот. Надо под лежачий камень, как говорится, вода не течет. Надо переворачивать камни, надо заставлять себя двигаться, выходить из зоны комфорта. И все у вас получится. Когда мне сказали, что сегодня состоится грандиозное такое катание, да, на льду, то я бросил все свои дела, потому что фонд движения – это тот фонд, но я не имею права отказать. Вот, потому что я уже много лет поддерживаю этот фонд, вот, поэтому я сегодня здесь для поддержки. Какие твои мечты? Я мечтаю покорять подиумы. Фонд «Жизнь движения» мне очень помогает с этим, потому что недавно был показ «Fashion Волга». Я вышла на подиум, меня зрители провожали аплодисментами, аплодировали стоя, кричали, какая я крутая. И для меня это очень важно, потому что я хожу на протезе и хочу показать всему миру, что дети с инвалидностью, они тоже могут ходить по подиуму и не сидеть дома. И фонд очень сильно помогает с этим. Что вы хотели пожелать детям из фонда? Я хотел бы пожелать, чтобы они всегда верили в свои мечты, несмотря ни на что, потому что чаще всего взрослые такие, ну о чем ты мечтаешь? Они такие, ой, но, ну, не серьезно относятся. Я пожелаю детям верить в свою каждую мечту и стремиться к ней. Пожелать ребятам, которые делают свои первые шаги. Ну, во-первых, им приятно видеть любимых актеров, певцов, спортсменов. Потом они все вместе. И мне кажется, это мотивирует невероятно, добавляет сил, уверенности. И мы будем их подбадривать всячески, насколько это возможно. И ребята вообще уже много где были. Эти ребята, они там вот на Эльбрус ходили с протезами. И вообще это крепкие ребята. Я хочу пожелать ребятам всегда идти к своим целям, несмотря ни на что, не сдаваться, не опускать руки, потому что все осуществимо. Все, что нам приходит в голову, мы уже можем реализовать. Только вперед, не отступать и не сдаваться. Волшебниками не рождаются, ими может быть каждый. Ну что, друзья, передача «До 17 и старше» прощается с вами. С вами была я, Анастасия Соколова. До новых встреч в эфире! Друзья, с вами я, Настя Гдунова, и это рубрика «Звездный час». Но у нас в гостях Оскар Калинин. Калинин Оскар, 10 лет. В сфере моделинга с 2020 года. И за это время добился достаточно многих побед и признания. Участвовал и был награжден во многих показах, как в России, так и за рубежом. Снимается во многих пилотных проектах, рекламе, клипах, театральных постановках и фильмах. Привет, Оскар, я рада видеть тебя сегодня в нашей студии. Здравствуй, Настя. Оскар, я знаю, что ты добился многих успехов в моделинге. Помнишь ли ты свой первый день, когда ты вышел на подиум и в каком это было возрасте? Впервые я вышел на подиум в 7 лет. После того, как я закончил международную школу Вячеслава Зайцева по актерскому мастерству и дефиле «Дольче Вита». За твоими плечами было много показов. Какой из них был самый яркий? За 3 года у меня было более 50 показов. И, по моему мнению, самый яркий показ был самый мой первый. Это в городе в Сочи. В студийном возрасте ты уже успел поработать со многими дизайнерами. Расскажи, кто же твой фаворит? В России очень много талантливых дизайнеров, но вот больше я хочу отметить Юлию Владыкину, Алекса Кроуна и Анастасию, дизайнера бренда Kids Revolution.
Ну что, Оскар, давай посмотрим твое портфолио. Я знаю, что твои фотографии печатаются в российских и зарубежных изданиях. Ну что, друзья, внимание на экран. За участие в самом масштабном фестивале красоты и моды в России внесен в Книгу рекордов России. В 2023 году «Оскар» стал победителем национальной премии Kids Fashion Award 2023 в специальной номинации Golden Model. Также принимал участие в патриотическом проекте России, где был награжден почетной грамотой за активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и ратный труд во славу России. Оскар, я поздравляю тебя с твоими успехами, но все-таки мода модой. А что же ты делаешь в свободное время? Наверняка у тебя есть какие-то хобби. Настя, у меня почти нету свободного времени. Я постоянно всесторонне развиваюсь. Самое страстное мое увлечение – это парапланеризм и аэродинамика. Что же это такое? Наверное, нашим телезрителям интересно об этом узнать. Парапланеризм – это полет с инструктором на парашюте. Тебя поднимают над землей, ты паришь в воздухе, и потом тебя опускают вниз. Ты совершил свой первый полет. Настя, ты, наверное, очень удивишься, но мой первый полет был в 3 года. Я летаю с инструктором, но уже умею управлять парашютом. Также я еще занимаюсь аэродинамикой. Аэродинамика – это полет в трубе под воздействием потока воздуха. Я знаю, что ты являешься ведущим рубрики «Топ-5 горячих новостей» в нашей программе «До 17 и старше». Расскажи, у какой личности ты бы хотел взять интервью? Быть ведущим очень интересно. Ты можешь пообщаться с медийными личностями. И также я хочу взять интервью у Влада А4. Это была рубрика «Звездный час». С вами была я, Настя Годунова, и Оскар Калинин. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока! Друзья, вы смотрите программу «До 17 и старше». Это рубрика «Красота». Ну а с вами я, Настя Годунова. Сегодня мы пообщаемся с Марией Александровной Ратниковой и узнаем, как же ухаживать за кожей лица зимой. Мария Александровна Ратникова – врач-терапевт, физиотерапевт, диетолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, специалист по кинезиотейпированию. Правда ли, что коже лица зимой требуется кардинально другой уход, нежели чем летом? Хороший вопрос, спасибо. На самом деле все зависит от того, как вы в принципе ухаживаете за своей кожей. Ваша кожа в любом случае – это ваша кожа вне зависимости от сезона. Но, конечно, в холодное время года сильно меняется контекст. Если вы изначально подобрали хороший базовый уход, который отвечает особым потребностям вашей кожи, учитывает ее уникальные особенности, то кардинальных изменений не потребуется. Но есть нюансы, которые хотелось бы учитывать для того, чтобы помочь коже защищаться от агрессивной окружающей среды зимой. Каким должен быть уход за кожей в холодное время года?
Безусловно, это должен быть качественный базовый уход. Дважды в день, утром и вечером, как минимум, очищение, тонизирование, увлажнение. Плюс дополнительные средства специального ухода с учетом потребностей вашей кожи. И, конечно, дополнительный уход, который можно осуществлять 1-2 раза в неделю. Не обязательно для этого ходить к косметологу. Можно, в принципе, обойтись и специальными средствами для домашнего ухода. Здесь есть нюансы. Уход должен быть нежный и бережный. Учитывать, что зимой коже нужно дополнительное отшелушивание, но оно должно быть атравматичным. Дополнительное очищение, но оно также должно быть атравматичным, для того, чтобы не повреждать влагоудерживающую способность кожи. И, безусловно, зимой будут в приоритете более плотные, насыщенные текстуры увлажняющих средств для того, чтобы сохранить влагу внутри на протяжении всего дня, ну, или всей ночи. Правда ли, что летом нужно использовать увлажняющие средства, а зимой питательные? Есть такой стереотип, а на самом деле зимой кожа нуждается в увлажнении еще больше, чем летом. Мы привыкли думать, что да, летом коже не хватает влаги, поэтому нужны легкие увлажняющие средства в большем количестве. А зимой лучше что-то тяжелое, плотное, питательное. Но резкие перепады температуры, холодный воздух на улице, теплый воздух в помещении или в транспорте, очень сухой воздух. Все это, к сожалению, способствует тому, чтобы кожа быстрее теряла влагу. Поэтому увлажняющие средства особенные, с акцентом на укрепление влагоудерживающего барьера. Зимой коже особенно нужны. Правда ли, если нанести увлажняющий крем перед выходом на мороз, то он замерзнет и испортит кожу изнутри, травмирует ее? Это еще одно заблуждение, связанное с увлажняющими средствами и их использованием зимой. Наше тело поддерживает постоянную температуру, несмотря на то, что на улице мороз. Влага, которая находится внутри кожи, замерзнуть не может ни в коем случае. Но все-таки лучше выдерживать некий промежуток времени, минут 30-40, между нанесением увлажняющего средства и выходом непосредственно на улицу, просто для того, чтобы средство хорошо впиталось. Иначе у него не будет шансов хорошо впитаться на улице, когда кожа уже активно сопротивляется непогоде, и вы просто не получите максимум пользы от вашего средства. Если кожа сухая, можно ли зимой отказаться от умывания с специальным средством, чтобы кожа не сохла еще больше? Если вы ощущаете стянутость, сухость после очищения в зимний период, да и вообще когда бы то ни было, первое, что нужно сделать, это пересмотреть свое очищающее средство. Категорически неправильно исключать этот этап из базового ухода совсем. Ведь наша кожа живая, она продуцирует себум, на коже осаждается грязь. Даже если мы ее не видим глазами, она все равно есть. Если не убрать эти загрязнения, то весь последующий уход будет как минимум неэффективен. А как максимум это может привести к несовершенствам на коже. Поэтому очищение – обязательный этап в любом случае. Если есть ощущение сухости и стянутости, пересмотрите очищающее средство. Оно должно быть максимально мягким и бережным. Содержать мягкие очищающие компоненты, увлажняющие, смягчающие компоненты для того, чтобы не повреждать влагоудерживающий гидролипидный барьер кожи. Вот тогда очищение будет комфортным и эффективным. Нужны ли зимой специальные косметические средства с солнцезащитными фильтрами? Конечно, да. В светлое время суток, безусловно, нам они не нужны, но днем нам обязательно важно защищать кожу от ультрафиолета. Защита от ультрафиолета – это вообще самый лучший антивозрастной уход, который вы можете подарить своей коже, и самый простой. Все гениальное просто. Дело в том, что в холодное время года, несмотря на то, что мы глазами солнце не видим, и часто погода бывает пасмурная, однако уровень ультрафиолета не снижается настолько сильно, чтобы можно было пренебречь защитой от него. Ультрафиолет спокойно проникает и через тучки, и через оконное стекло, а еще отражается от снега. Поэтому вы можете получить даже большую дозу ультрафиолета для своей кожи, нежели в солнечное теплое время года. Днем SPF обязательно. Минимальная защита для городского жителя, который мало бывает на солнце, это SPF 30-35. Если это будет 50, будет только лучше, особенно если вы хотите предотвратить преждевременное старение кожи. Что делать, если кожа стала сухой, чувствительной и начала шелушиться?
Если это произошло в холодное время года, то, скорее всего, она стала обезвоженной из-за воздействия агрессивной окружающей среды и, может быть, из-за того, что уход был подобран не совсем корректно. В этом случае первое, что хочется сделать, взять скрабик пожестче, да, и отшелушить все уже до конца. Но это будет большой ошибкой для вашей кожи. Она и без того травмирована, поэтому лучшее, что можно сделать для кожи в этой ситуации, это бережно о ней позаботиться. Мягкое, может быть, не пенящееся, очищающее средство. Может быть, с натуральными маслами. Гидрофильное масло для снятия макияжа. Отличная будет идея. Обязательно увлажняющее тонизирование. И обязательно крема, которые содержат пантенол, церамиды, масло ши, другие натуральные масла. То, что помогает восстановить влагоудерживающую функцию кожи. И тогда, через несколько дней, максимум неделю, кожа придет в норму. На что, кроме косметики, стоит обратить свое внимание для поддержания красоты и здоровья кожи в зимнее время года? Безусловно, одной косметики может быть недостаточно. Хорошо подобранный уход – это 80% успеха. Но комплексный уход будет гораздо эффективнее. Поэтому здесь важно и поддерживать здоровье и красоту изнутри. Здоровое рациональное питание, насколько это возможно, можно поддержать красоту кожи. И иммунитет, кстати, не помешает. Биологически активными добавками. Мультивитамины, антиоксиданты, омега, коллаген – это то, что, безусловно, что будет для кожи супер полезно в это время года и вообще на постоянной основе. И, конечно, можно подключать аппаратную косметологию, почему нет. Походы к косметологу за какими-то более инвазивными, более стрессовыми процедурами все-таки лучше отложить на осень, когда уже не так солнечно, но еще не так холодно. Это более комфортное время для таких процедур. А вот домашние аппараты для домашнего ухода – это то, что доктор прописал. Здесь мы можем и усилить косметические средства, которые мы используем, получить от них максимум пользы и максимум выгоды, и получить какие-то дополнительные преимущества. Тренировать свою кожу, повысить ее стрессоустойчивость. Все это возможно, и сейчас для этого самое лучшее время года. Дорогие друзья, надеюсь, мои советы вам пригодятся. Любите себя, заботьтесь о себе. До новых встреч! Ну что, друзья, надеюсь, этот выпуск был для вас полезным. С вами была я, Настя Гдунова, и Мария Александровна Ратникова. Увидимся в следующих выпусках. До свидания. Друзья, а если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я буду рада ответить на них в следующем выпуске. Друзья, смотрите программу «До 17 и старше» и рубрику «У любви 4 лапы». С вами я, Настя Гунова, и крошка Мими. Я с детства мечтала о собаке, всегда хотела именно маленькую породу, потому что квартира была маленькая, и доберман туда, к сожалению, не помещался. Я ездила по приютам и уже хотела взять собаку именно там, но моя мама и Евгений Осин решили купить мне шпица и подарить его на Новый год. Такой вот рождественский новогодний подарок я у себя обнаружила под елкой. Мимиша настоящая трусиха, она не любит мыться в ванной, для нее это целый стресс и целый подвиг. Но мы всегда стараемся сделать эту процедуру менее болезненной и не такой стрессовой. Подробнее о породе шпиц нам расскажет наш корреспондент. Внимание на экран! Всем привет! С вами я, Василиса. И сегодня я вам расскажу 3 интересных факта в породе шпиц. Итак, поехали! Из большой северной тяговой собаки шпицы превратились в маленькую декоративную и диванную собачку. Удалось изменить внешний вид. Но характер никак не удалось. Шпицы вправе постоять за себя. Они отважны и даже не пугливы. Знали ли вы, что в рассказах «Дама с собачкой» и легенде об Уллиншпигеле питомцы были как раз породы шпиц? Померанский шпиц был у Исаака Ньютона.
В наше время тоже можно встретить поклонников данной породы, как, например, Мария Шарапова, Юлия Началова, Шерон Осборн и Ева Лангория. Если вы думаете, то, что шпиц – это исключительно женская порода, вы ошибаетесь. Собачки такой породы проживают у Микки Рурка и Сильвестра Сталлоне. Они довольны такой компанией. Кстати, шпицев довольно оправданно называют маленькими наполеонами за их отважный характер. Никто не встречает тебя с такой любовью и радостью, как твоя собака. На самом деле моя собака чудесная. Такой маленький-маленький пушистик, который всегда рад, когда я нахожусь дома, когда я прихожу с работы, с учебы. Она всегда чувствует смену моего настроения. Если мне грустно, она всегда пожалеет. Если мне радостно, она приносит игрушку, и мы весело играем. Друзья, подходите к выбору питомца очень осознанно. Обязательно ознакомьтесь с породой, которую вы хотите завести себе или своему ребенку. Обязательно просмотрите материалы в интернете, спросите у друзей, посмотрите видео, как себя вести с этой породой, что она хочет, чего она просит, что ей необходимо. И, конечно же, я советую к просмотру два фильма. Это «Белое бинчерное ухо» и «Хатико». Друзья, смотрите программу «До 17 и старше» и рубрику «У любви четыре лапы». С вами я, Настя Гнова, и крошка Мими. Увидимся! So sad, looking so bad, oh well.